Привет! Как дела? Хорошо. Кто тут у вас здесь? Я с Владом. Сделаем. Вы вдвоем только? Да. Больше никого? Больше никого, но тут можно. Дверь летит, пацанам там тренируется. А, да? Закрыто? Открывай, пацан. Здравствуйте. Привет. Как дела? Хорошо. У вас здесь потайно все? Привет. Как прилетели? Хорошо. Нормально. Вечерние тренировки. Если уже совсем не... Вот еще болельщики наши. Они вечером бодрые. Ага, утром потом. Пока проснуются, если даже не играют. Мы никогда узнаем, во сколько игра у нас. Сейчас у тренера спросим. Тренера попросим, пусть он расписание скинет там. Да, да. В общем, все нормально, тренер на месте. Команда на месте. Ребята, давайте поприветствуем. Здравствуйте. Не только меня, но и родителей своих. Мама, вам привет, папа, привет. Привет, мам, привет, Все нормально? Всем ассаламу алейкум, родителям. Ассалам. Сегодня у нас первая игра будет. Молодцы. А вы что не здоровые? Леваки. Для группы. В общем, у нас сегодня игра будет. Чуть с задержкой. Вот наши друзья. Отдел доставки. Да. Смотри, идет Саджар. Кажется, они взял спущенное время. Это отзывание до стадиона. Сколько лет? Пахтакош. 10. Пахтакош. Давай, гол! Мурат, гол! Он хорошо бьет оттуда. Если ударит. Вперед, Кайрат! Вперед! Вперед, Кайрат! Вперед, Кайрат! Гол! Отлично! Не торопись, не торопись! Мурат, подстрахуй! Yeah.
хотел сказать. Забил гол, выиграли 10-0. Соскучился. Да? Да. Все, вечером на ужин его возьму. Спросил. Мурат, идем с папой вместе подойдем. Идем. Только не балуйтесь. Не балуйтесь, в бассейн баловаться нельзя. Если кто-то плавать не умеет, не толкайте. Для родителей. Красавчик, как дела? Ружду-то, да не-не. Уже время азана. Чемпион. Да-да, время второе. Вот клянусь, он тебя как, вот, как своего сына любит, даже не как брата. Короче, брат. Умный брат. Да, так что цени это. Не каждому человеку это делает. Через весь год от Лугмана 200 км туда, 200 км сюда едет. Просто две ложки съешь, чтобы желудок не болел. Только из-за этого, сынок. Запомни, это время придет, будешь вспоминать ты. Ты что сидишь, ржешь? Не кушаешь. Что, невкусно? Нормально. Чай не пьешь, хер. Сейчас знаю. Айрам будешь? Нет. Как будто где-то в Италии. О, нет. Папа, если не открывай. А, давай. Они к нему заходят стучаться. А это Петрович был. Что делаете? Да нет, нормально. Он не подходит так и убегает. Кто убегает? Мы здесь играем. Ну там все. Вы что, мяч кидаете? Да, мы кидаем. Классно. Привет. Что там делали? Моют штаны? Да. Кто? Мирас и Асу. Где, в ванной, что ли? Какой-то ты подозрительный. Где Самир? Самир. О, здравствуйте. В комнате. Привет. Что мутите? Да просто это... Мирас, открой личико. Заморали немножко. А-а-а. Да, штаны заморали. Мирас. Что делаешь? Покажи личико, ладно. Всем привет. Я сказала, не сюда, знаете? Ладно, давайте спокойной ночи. Пока. Там больше никого нету, да? Нет.
Алимжан ушел, Мура ушел. А первым этаже смотрели? Сейчас пойду. 103-й. 103-й, там Амир же, да? Да. Потому что не видишь ничего. Поднимай голову. Во, я Дима. Мурат, делай. Го, 3-0. Машаллах, машаллах, супер песня. И не случится уже никогда то, о чем мы мечтали. Сәр тезден gelir, Аллах қойса, Мурат бүгін 2 гол ұрады. Иншаллах. Брат, закрути, сможешь? Закрути ворота, клянусь. Низом причем. Мурик, низом. Брат, низом. Отработали.
Ну что за капитан сегодня такой? Нормально? Да. Сейчас должен лучшим игроком матча стать. Выберите игровой матч, выберите. Начинает состав, Ориент, с ворота, начинает первый состав. Остальные... Молодец! Пожоглы молодец, пожоглы постады. Молодцы, герои! Молодцы, ребята! Молодцы, молодцы! Где наши ключи? Молодец, Мурадик! Отлично! Потом, потом! Молодцы! Теперь сейчас все надо готовиться. Дальше. Осталось немножко, завтра день. Все хорошо играли, что полуфинал, финал. Надо готовиться смелее и увереннее. Все должны. Все. Те, кто не играл сегодня, не обижайте себя. Без обид, понимаете? А? Лео, понимаете, Санжар? Такая игра, понимаете? Надо было сегодня. Вот, сложно было сделать замену. Молодцы, что мы сейчас спокойненько забираемся, отдыхаемся. Александр, ждать, что вы делаете? Мурат, посмотреться. Давайте вот так, вот так. Забил два гола, молодец. Вещи, вещи, не забываем. Посмотрим. Поздравляю, сын. Кяль. Давайте, Хулизунов, красавчик, Мурат, красавчик, красавчик. О, еще, еще, держитесь. Ассал мулик, марава, пришел. Свой любимый стейк ушел. Ну, как настрой? Побеждать, да? Да. 10 тысяч сумок! Приятного аппетита! Здесь соус есть, здесь что-то надо. И Yeah, man.
А, бывает, подает. Давай, давай, давай. Давай еще. Добивай. Дайте еще, еще. Разминка. Ташкенте дождь. Один кубку. Готовимся к матчу. Вот, ребята, предбоевое настроение у них. Где Самир? Самир здесь был. Успейте переоденьтесь. В общем, погода как в Лондоне. Победы. Это звук победы. Победили. Молодцы. Молодцы. Чугашвили где? Чугашвили где? Мурат! Мурат! Молодец, красавчик ты. Фото с флагом.
мечи вон там. Быстро мечи. И так они, финалисты, первое место выиграли, стали чемпионами. Чемпионы. Молодцы. Молодец. Молодец, Ислам. Красава. Давайте переоденем. Супер. Молодцы, ребята. Супер. Я не ожидал. Да. А я верил. Честно, я верил, что они выиграют. Я верил, ребят. Супер команда. Вы уже привыкли. Еда для чемпионов пришла! Ой, машалла! Чемпионы, готовьтесь, пицца идет! Зажигалка есть у кого? Есть. Резать надо. Сейчас подожди, их наградят. Ради ты на этот номер. Все по ним, все по ним. Все вместе заслужили. Молодцы, чемпионы. Поздравляем вас с победой. Самое главное, все победы у вас еще впереди. Слушайте тренера, растите без травм, папу, маму слушайте. Кушайте. Хорошо, кушайте вовремя. Тренируйтесь. Успехов вам. Ну и по традиции номинации «Начало Тренер обязательно, без тренера никак. Да. И там же строится сейчас. Молодцы, ребята, гордимся вами. Выдержали сегодняшний. А заказали. Билеты сдали, да? Да, да. Ради этого билеты сдали. Да, ради... Зато вот хорошим оказывается. Да. Да, вот зато первое место. Кушайте, давайте. Готовьтесь, пицца идет. Радик, ты на этот фото
Наш первый кубок. Нет. А что, прямой здесь? Форрамзма? Нет, лучше вот так осталось. Миша, тут старый мечал должен готовить. Сразу сейчас? Хорошо. Ралик, ты фотографируй на свой. Вытери и хорошенько сфотографируй. С той стороны кто-нибудь снимает, да? Оливки, вот так сюда встаньте, чтобы вас видно было. Флаг надо, чтобы сзади кто-нибудь. Все поднимем. Команда, молодцы. Самое главное, все победы у вас. Ты фото? Снимайте. Слушайте тренера, растите без травм, папу, маму слушайте, учитесь хорошо, кушайте, тренируйтесь, успехов вам. Ну и по традиции, в номинации лучший вратарь у нас где вратарь. Заслужил. Молодец. Попадающий, как назвать? Алмаз. Спасибо. Тренер обязательно, без тренера никак. Конечно. Ура! Подкинуть вверх сможете тренера? А? Пока нет. Видали, ребят, давайте, идем. И там застроить сейчас. Молодцы. Здесь же призы еще будут, не торопитесь. Я понимаю. Лео, я тут сам. Да там уже, я снимаю. Выдержали сегодня. А заказали билеты на раньше. В следующий раз тоже так же будем заранее заказывать билеты. А нету, билеты стоят. Счастье. Амирчик. Ну, давай, двигайся, Марат, ищи. Алди, привет. Мира, сегодня гол забил. Бери, Мира. А что, номинация лучше? Мира, Мира, Мира. Раз. Раз. Кушайтесь хорошо, кушайте, тренируйтесь, успехов вам. Ну и по традиции в номинации лучший вратарь у нас где вратарь. Молодец. Попадающий, как назвать? Алмаз. Тренер обязательно, без тренера никак. Да. Подкинуть вверх сможете тренера? И далее, ребят, давай, идем. И там же стройте сейчас. Есть же призы еще будет, не торопитесь. Ну там уже, я снимаю сегодня.
все хорошо. Все супер. Выдержали сегодня. Характер показали. А заказали билеты на раньше. Характер показали. Вчера тоже так же вам заранее заказал билеты. Ради этого билеты сдали. Молодцы. Ой-ой-ой. Все, давай, готовь. Двигайся, Марат, еще. А что, номинация лучшего защитника, нет? Вот, остановились поужинать наши ребята. Раз, два, три. Алик, возьми, Алик. Раз, два, Ислам, где меня хотеть? Все, давайте. Все, давайте. Отпускайте, отпускайте. Два, три, Айрат! Experience, and when you're broke, you know you're getting those skinny.
like Luchado. Now here's my motto, play it one by one and make sure it's legato. Straight up Mac, it ain't a rental, now see me smile. My clothes are all for Marshalls, then I got my game tight. And I'm praying that the gold stays on my ring. And if I don't, I'm gonna spray the shit on again. It's all good, I learned how to roll with punches in order for me to get a little something, something. It wasn't a bomb, but yo, I ain't complaining. I thank the Lord and so I cherish it. Cherish the love.